in favor of your winner of the Eliminator for the IBF Heavyweight Championship of the World, Otto! Впечатлениями от боя Мурата Гасева. Удивил ли он тебя начнем с отрицательной точки зрения? Да, с отрицательной точки зрения удивил, на самом деле. Я ожидал большего от него. Не знаю, может, плохо сработали, плохо, может, недооценили. Но не выполнил свой план. Ну, видно, был заряжен, на один удар хотел засадить. Не знаю, так как он всегда это делает. Я думал, так же нокаутировать одним ударом и выиграть бой, поэтому нельзя на это рассчитывать никогда. Всегда всем говорю, поэтому, может, это и сказалось, не смог отбоксировать и показать то, на что он был способен. Сейчас пошли вопросы о перспективах вообще Мурата, ну, карьера, как бы, ну, получается, у него первый поединок громкий был, да, и он оказался неудачным. Что дальше, грубо говоря? Не знаю, может, это наш бой близок к этому. О чем-то говорить, ну, не знаю, что сказать. У меня сейчас свои планы, да, у меня бой с Папиным, в первую очередь, в октябре. А дальше уже посмотрим. У меня цель сейчас пояс WBA, поэтому мы будем идти к ней. То есть у тебя действительно уже цель стать чемпионом мира по весу и WBA, и ты думаешь, как раз таки победа от Папина приблизит тебя к этому, да? Конечно. А бой с Муратом Гасевым для тебя интересен или все-таки уже второстепенно? Не, интересен в плане там, громкого боя, зрителям единый бой будет однозначно, поэтому этот бой всегда будет интересен публике, почему бы нет. Ждешь боев Махачева, Чимаева и Шары Буллета на UFC 294 в Абу-Даби? Проведи время с пользой и прими участие в розыгрыше двух путевок на двоих в Абу-Даби, в которые включены авиаперелет, проживание и, конечно же, два билета на UFC 294. У тебя будет шанс выиграть и другие крутые призы, игровые консоли, комплект официального мерча UFC и множество фрибетов от Winline. Переходи по ссылке в описании, участвуй и получай гарантированный бонус 500 рублей при выполнении всех условий конкурса. Еще немного про Мурата Гасиева. Он намного меньше весил, чем обычно, где-то на килограммов 10. Да. Это могло сыграть роль? Кто говорит, что не хватило мощи и так далее? Не наоборот, как бы это его рабочий вес, да, я считаю. Он наоборот должен был как-то и поскоростнее, и побыстрее быть, и быстрее достигнуть должен был своей цели, да, тем самым. Не знаю, может, я не могу сказать, что сказался ли там весогонка его, то, что он там скинул лишний вес. Наоборот, он должен был быть подвижнее, быстрее него и поймать его на ударе, да, скоростью. А то здесь получилось все наоборот. Тот просто переиграл, просто на передней руке, на дистанции, сделал свою работу. Тот чисто отработал свою задачу. Угу. Вот ты не раз отмечал, что оппозиция Мурата Гасиева в последних боях оставляет желать лучшего. А вот в этом бою как тебя оппозиция? И то, как проявил себя Мурат в целом? Я же говорю, это Мурат, может, скорее всего, не так сильно себя проявил, чем оппозиция. Там, я не могу сказать, там самая, ну, такая одна из мощных. Да, неплохой боксер, неплохой тяжеловес, с длинными руками, с хорошим ростом. Да. Он сделал свою работу, ну, в своей кондиции он отработал. Да, там, на длинных руках, на дистанции, да, все сделал то, что надо было. А так Мурат, мы, видимо, может, не доработал, не отработал то, что он планировал сделать. Поэтому так были, конечно, оппозиции Мурата до этого боя неважные. Да, я и до этого говорил, что которых я видел два предыдущих боя, и они были ни о чем. Да, от одного удара они легли, поэтому такие бои Мураду они не нужны. Он наоборот деградирует этими боями, это объяснял, это я говорил. Вот, ну, так оно и получилось, попавшись чуть-чуть уже более с опытным, более хорошим боксером, он уже, видишь, уже задача усложнилась, и команда не смогла даже подстроиться
под их работу. У тебя к Мурату больше желаний появилось? Интерес остался к Мурату или наоборот уменьшился после поражения? Смотри, у меня такого прям интереса прям вау не было к нему. Я говорил о чем? О громком бою, если на территории России, если увидит хорошие громкие бои, да, с Муратом Гасимом это один из боев, который был бы интересен публике, да, так, чтобы я там говорил, там, прям очень интересен, я горю этим боем, нету такого, да, Мурат хороший боксер, хороший парень, просто был бы хороший громкий бой. Однажды в ринге Сослан Асбаров, Алексей Папин, 28 октября. Теперь переходим к твоей карьере. Бой с Папином, вот-вот уже сколько там, 4 недели, да? Как оцениваешь свою кондицию и какие вообще у тебя мысли, ощущения вот от приближения такого, наверное, чуть ли не главного боя в твоей карьере? Это, знаешь, такие эмоции, когда впереди громкий, хороший медийный бой. Только положительные, да, моменты, поэтому я буду в своей лучшей форме. И в ринге покажу все, на что я способен, да, в бою с Папиным. И сделаю все для победы. Есть ли, может, что передать людям, которые говорят, да нет, Сослан Асбаров, куда ему, куда он там залез, не твой уровень? Есть ли что передать этим людям? Такие же люди есть, согласись, их много. Их-то есть, да, у каждого, и у меня, у него они есть. И им только здоровья могу пожелать, что им пожелать. Дай Бог им здоровья, мы двигаемся по своей дороге. А там, кто на этой дороге нам встретится, уже абсолютно не важно. А в какой форме сейчас Сослан Асбаров? Как идет Сослан его подготовка? Сослан Асбаров, он в четкой форме. Ну, как сказать, он сейчас не нужен мне на пике. Вот когда перед дубайским турниром он половина кемпа прошел и уже на пике был. Я понимал, что будет спад, так и получилось. А сейчас идет все так, как должно идти. Получает от кого-то, от спарринг-партнера. Да, конечно. Легко, ну так, легко. Тяжело в учебе, легко в бою. Поэтому пока не жалеем. Там посмотрим. А на бумаге Папин, как думаете, большой фаворит? Ну, у него много фанатской базы. Для меня это большой бой, да, большой вызов, интрига большая. Папин, в принципе, у Сослана такие, и Кудряшов был вызов. Никто не давал ему шансов вообще никаких. Потом Глентон, такой бой очень валидольный получился. Но по раундам он все равно был лучше. Кто понимает в боксе, не только там в сумбуре, а именно в боксе, в точных попаданиях. 6 раундов из 10 Сослан забрал точно. Поэтому и он сам любит. Только он большие вызовы хочет. И сам по себе такой пацан, он может со слабым соперником плохо отбоксировать, а на сильного хорошо настроиться. Поэтому ответственность большая, готовится Сослан так, что ни к одним боям он, в принципе, так не подходил, я думаю. В таком режиме в 10 часов уже спать ложится, в 11 максимум там, дома постоянно. Короче, нормально все. Ну вот вы упомянули Кудряшова, вот он, очевидно, очень именитый боксер, но в том бою он был перекачанным и как бы весил очень много. Это можно что угодно говорить сейчас. Он вышел на бой, он должен был драться. Он сказал, он говорил, что это для него будет легкий бой, но легкий бой это был для Сослана. Перед боем были заявления такие, что и не Сослан, в своих высказываниях всегда очень аккуратен бывает. Я Диму хорошо знаю тоже, но Дима начал после боя с Вагабом, прям в ринге начал говорить, встань в очередь, там, ты не мой уровень и так далее. Ну, Сослан показал свой уровень, Дима показал свой уровень, и поэтому все на свои места встало. Если он говорит о реванше, опять повторяется. Если интересен этот бой зрителям, можно устроить реванш, если он хочет там реванш какой-то сделать. Нет, для меня тоже, как для тренера, это был вызов. Ну, вроде все получилось.
Если он хочет реванш, можно, но интерес должен быть только такой и фанатский, и материальный тоже. Это выходить, каждый знает, что он может в любом, на любой секунде любого раунда может и уложить. Смысл так рисковать со Сланом? Если риск будет оправдан, полный вперед. Если какая-нибудь из организаций предложит хорошие деньги, мы готовы и на реванш тоже. Али, а что есть в игре со Сланом того, чего нет в игре Алексея Папина? Ну, это я не скажу, там не буду выделять фаворитом того или того. Загадывать тоже не буду. Давай могу сказать после. Есть свои достатки и недостатки у Сослана. То же самое есть и у Папина. Папин бьет жестко. Ну, в ринг покажет. Я думаю, это будет очень интригующий, крутой бой. Лично для меня хороший вызов, как для тренера. И для моего спортсмена тоже хороший вызов. Ну, вот. Не хотелось бы вот эти вот национальные плоскости, чтобы это все перетекалось, как там как-то начал Леша затрагивать. Эту, а он объяснил потом, что он не имел в виду там национальности и так далее. В любом случае, да, это он хороший боец. Мы настраиваемся на хороший бокс, на классного боксера. Не на там русского, не на узбека, не на киргиза. Мы на боксера настраиваемся. Он, ну, он может настраиваться как он. Может, это ему помогает, это нормально тоже, в принципе. Поэтому мы готовы. Есть не один план на бой. Что-то не так пойдет, поменяем план. Ну, вот так, короче. Я сам не знаю, как пойдет, честно тебе скажу. Это очень большая интрига. И равный бой. Но эта интрига заезжает со Слана как раз. Конечно, конечно. И он всегда, если бы был какой-нибудь парень попроще, который бы был бы явным, где был бы Сослан явным фаворитом, он бы плохо подрался. А вот когда есть такой вызов, он может собраться. Посмотрим. Там как будем создавать все причины, а там уже результат всегда за Всевышним. Давай пожалуйста, да, вот так будем просто передавать, да. Что есть о твоей технике такого, чего нет в навыках Алексея? Да. Говорит о своих навыках и преимуществах перед боем, знаешь, как-то неправильно будет. Папин случайно зайдет, еще посмотрит, скажет, потом будет настраиваться. Поэтому давай без ответа оставим. Да, не так давно на хардкоре. Ты провел face-to-face с Гаджи Автоматом, и после в интервью Sport24 ты заявил, что за этот бой, что ты, что Гаджи должны заработать не менее 15 миллионов рублей. За бой с Алексеем Папиным ты больше или меньше этой суммы заработаешь? Не вдаваясь в подробности в цифры. Ну, скажу приблизительно такие же суммы и там, и тут приблизительно. Какая именно, не буду озвучивать, поэтому это оставим в секрете. Бой с Гаджи тоже, да, бой с Гаджи в кулачке, был стердаун, тоже интересный бой, этот бой всем зрителям интересен, почему нет, Гаджи был хороший кулачник, он лучше тяж, да, в кулачке, и поэтому зрителям было бы интересно, я считаю, чтобы посмотреть этот бой, и такие бои, я считаю, меньше 15 мультов не должны быть. Поэтому это от 15 и выше будем раскачивать. Осталась незамеченной история, когда ты и Вагабов помогли мужчине, который получил ножевые ранения. Можешь рассказать поподробнее об этой истории? Что случилось-то с ним? И как вы ему помогли? Ничего, все нормально, жив, здоров. Все хорошо с этим человеком. Просто не будем углубляться в эту ситуацию. Все нормально. Это кто-то из ваших знакомых, это или Чисус? Да, да. Это кто-то из ваших? Да, даже близких.